красивые места, как в деревне. Единственное, конечно, машины рядом. Респект и уважуха тому, кто здесь все покосил. Прям вообще просто бомбическое уважение. А, вот здесь место хорошее. Прощупаем кувшинки. Трава какая-то растет. Попробуем пробить, насколько здесь глубоко. Такие завалы. Это щучья засада. Места прекрасные. Вон там есть пятачок среди травы. Я думаю, это наша цель. Вон она гуляет. Хозяйка этих травянистых джунглей. На там. Воблером Минова соблазнить я так никого и не смог. Но поставив небольшой крэнк,
Есть. В траву заводит. Слабинку дать. В траву завел. Щучка. Вот такая маленькая щучка проглотила чафик от Суёки. Не правда ли прекрасно? Что-то из детства. Речка, запах такой, знаете, не совсем чистой воды, но как будто такое ощущение, что здесь коровник, где-то еще что-то рядом. Такой речкой пахнет, реально деревенской. Сеном скошенным здесь покосили траву. А самое интересное и самое приятное — это то, что птицы поют. В таких местах, друзья мои, надо дышать полной грудью. Кайф!